Мы находимся на стадионе СИБВО, город Чита. Через 1 час здесь начнется праздничный концерт, посвященный 9 мая, 70-й годовщине. Техническую сторону вопроса обеспечивает компания «Азия Мьюзик», город Иркутск. Для качественного звучания через каждые 25 метров стадиона установлены звуковые кластеры. Они состоят из элементов линейного массива, которые работают на трибуны, для качественного звучания в любом месте стадиона. Ввиду того, что все зрители находятся приблизительно 100 метров от основной сцены, за сценой расположены видеоэкраны. Общая площадь экранов около 100 квадратных метров. Это дает возможность всем зрителям наблюдать в деталях те действия, которые происходят на поле, которые дублируются с историческими кадрами, с кадрами документальной кинохроники. Рядом с экранами находятся баннерные конструкции, которые дополняют общую картину. Really?